Wake up, с вами Вова Кэс. Ребят, это нереально круто. За вчера на мой канал подписалось новых зрителей 1500. Топим дальше, идем к миллиону. С вас подписка и колокольчик, и вы будете в курсе самых лучших новостей. Полетели. Ариана, Лана и Майли выпустили совместный клип. Коля Соболев снял пародию на клип «Тимати, Москва». Лена Шейдлина и Ранетки сажают деревья ради восстановления сибирских лесов. А также провальный альбом «Марисен». Роднулькины, я немного приболел, но, конечно же, оставить без новостей я вас не мог. Ходят слухи, если поставить лайк, то я выздоровлю быстрее. Лена Шейдлина и бывшие Ранетки приняли участие в акции по спасению сибирских лесов. Лена со своим мужем Женей лично посадили 123 дерева. Всего организатор намерен посадить более миллиона новых деревьев. В Сибири уже сгорело порядка 3 миллионов гектаров леса. Ученые говорят, что на восстановление понадобится около 100 лет. А на мой инстаграм подписаны только самые избранные. Ссылка под видео. Одни из самых популярных певиц современности выпустили совместный клип «Don't Call Me Angel». Трек станет официальным саундтреком к фильму «Ангелы Чарли». Майли, как всегда, проявила свой буйный характер. Она чуть не поцеловала Лану и пыталась лизнуть Ариану. Пишите, кто вам нравится больше? Ариана Гранде, Майли Сайрус или же Лана Дель Рей? Ну а Кузьма совместно с Русланом Тушенцовым выпустил клип «Таксист». Ехать все хотят с комфортом, ну так почему ж ты, сука, вызвал эконом? Пока все лезут в рэп и попсу, Кузьма продолжает делать шансончик. Кстати, вот реально напишите в комментариях, как вам его творчество. А вот Марисен снимает новый клип на песню «Сияй». Напомню, что недавно у Мари вышел ее первый сольный альбом. За неделю он набрал меньше 200 тысяч прослушиваний. И это, пожалуй, худший результат среди блогерских альбомов. К примеру, альбом Марьяны за это же время набрал около миллиона. А релиз инстасамки прослушали 3 миллиона раз за 8 дней. Обязательно напишите, чей блогерский альбом вам понравился больше. Саша Спилберг порадовала фанатов, спев песню GP Saxon. Девушка поет без музыкального сопровождения и фонограммы. Одним нравится, а другие пишут, что больше так не пела. А то в ушах звенит от этого писка. А вам нравится, как поет Саша? Коля Соболев показал свою версию удаленного клипа «Тимати, Москва». Только блогер спел про свой родной город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург в любое время дня и ночи. Санкт-Петербург сияет, словно он Майами. Этим клипом Коля хотел показать, что трек и клип очень примитивные. Записать и снять такое не составляет большого труда. Такой трекан можно было бы собрать, ну, за час максимум. И для этого даже не нужно было быть Моргенштерном. По-моему, у Коли лучше получилось. Душевнее, что ли. А вы что скажете? Подписываемся, жмем колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропускать мои свежие выпуски. Ребят, а я напоминаю, что нужно посмотреть предыдущее видео, там очень крутые новости. Ставь лайк, пока!